Казахстанцы стали чаще летать. Так, за первые 4 месяца текущего года услугами авиаперевозчиков воспользовались почти 2 миллиона пассажиров. Это почти на 15% больше, чем годом ранее. По данным Комитета по статистике, с начала года пассажирооборот увеличился на 21,7%, что привело к росту доходов авиакомпаний. Если за 4 месяца прошлого года перевозки принесли 60,5 миллиардов тенге, то за аналогичный период этого года уже более 71 миллиарда. Рост составил 18%. При этом, по данным комитета, 70 миллиардов 900 миллионов тенге заработали казахстанские компании, а 342,5 миллиона – иностранные. При этом грузоперевозки с начала года принесли более 1,5 миллиардов тенге. Общий объем доходов авиакомпаний от пассажира и грузоперевозок составил 73 миллиарда тенге.